Герой данного сюжета, ранее отбыв наказание, снова преступил закон. Он совершил кражу из машины, незаметно похитив женскую сумку с ценными вещами. Да, в январе 31 я совершил кражу с автомобиля, марка автомобиля Infiniti Jeep. Это было, как бы, можно сказать, спонтанно, да? Я шел в тот момент, то есть получилось, что хозяйка, там была женщина, хозяйка положила вещи там с магазина, и тележку когда относила, дверь была открыта. Я подошел, взял сумку. В ходе беседы он рассказал, что после разбил окно автомобиля и похитил сумку. Спустя чуть больше месяца, получается, ближе к перекрестку Тастельмаша, я там на остановке слез и увидел, джип стоял припаркованный. Заметил женскую сумку на заднем сиденье. Вот, разбил стекло, взял сумку и ушел. Однако мужчина на этом не остановился. После подозреваемый совершил еще две кражи из машин. Увидел там, что стоит машина, и там сумка лежала. Увидел, что шашлычной палочкой можно. Попробовал, она открылась. Что за машина? Спарк. Там была сумка. В общем, я достал сумку. Ушел, а то сигнализация сработала, она срабатывает после того, когда скрываешь. После, подалеку от Паркинского базара, рядом с улицей Дагестанской, смотрю, там стоит эта Лосетти белая. Там лежала сумка, барсетка была такая мужская. То есть я открыл машину, взял сумку, пошел на остановку. Благодаря оперативным действиям сотрудников, мужчина, совершивший кражи из автомобилей, был установлен и задержан. В результате принятых мер подозреваемый в краже был задержан сотрудниками оперативно-розыскной службы. Им оказался ранее судимый 41-летний Рустам. В ходе беседы стало известно, что мужчина совершил несколько подобных краж. На данный момент проверяется причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений. Я сожалею то, что да, вот так все получилось. То, что к этому я пришел, к такому выходу. А то, что я делал осознанно, я знал, что за это посадят. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 169 «Кража» Уголовного кодекса Республики Узбекистан. Подозреваемый заключен под стражу. Следствие продолжается.